Здравствуйте, друзья! Мы снова собираемся в гости к нашему покупателю, на сей раз с рабочим визитом. Ведь нас ждет монтаж необычайно популярной чугунной печи и камина «Кратки Коза». Мы уже делали обзор на печи компании «Кратки». Действительно, К9 – это популярнейшая модель из серого чугуна, выполненная безупречно как с технической, так и эстетической точки зрения. По ходу ролика я напомню зрителям об особенностях этой печи камина, а пока давайте приступим к монтажу. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем производить монтаж печи Коза К9. Сейчас мы стоим на месте, где будет установлена в дальнейшем печь. И кратко о том, что мы сделали здесь. Была сделана подготовительная работа, установлены профиля, сделана изоляция, установлен ГВЛ, на него поклеена плитка. Также на полу был смонтирован гипсокартон, ГВЛ и плитка. То есть выход будет производиться через стену под углом 90 градусов. Итак, все готово для установки печи камина на свое место. Напомню, что толщина стенок печи камина 8 мм. Кроме того, внутри печи находятся чугунные элементы, формирующие внутренний контур топки, поэтому масса в сборе 160 кг. Для удобства монтажа и транспортировки перед установкой печь максимально облегчили, сняв все возможные навесные элементы. Для выхода дымохода в стене проделано отверстие. Снаружи мы увидим, что уже сформирован проходной короб со внешними стенками из суперизола. Ну а в помещении в стене в центре короба сделано аккуратное отверстие, через которое будет наружу выводиться дымовая труба. У модели К9 есть возможность вывести дымоход как с тыльной, так и с верхней стороны. Последний вариант и выбрали, так как он оказался самым удобным как в плане монтажа, так и в плане удобства управлением тягой. Шибер будет установлен на трубе. Да и в целом вся композиция в данном случае будет выглядеть завершенной. Хоть все расстояния были определены ранее, обязательно требуется примерка перед тем, как дать старт дымоходу и укоротить первый модуль трубы. Такая подгонка необходима для того, чтобы максимально упростить монтаж части дымохода, которая будет проходить по внешней стене дома. Там тоже не все просто. Нужно обходить выступающие элементы кровли, но об этом далее. А пока старт дан. Все подходит идеально, и можно стыковать модули дымохода между собой. Для надежности используется термостойкий герметик. Та часть дымохода, которая проходит внутри помещения, окрашена в черный цвет. Процедура окраски проста. Можно использовать термостойкую краску в баллончиках. А вот наружные элементы трубы окрашены полимерной эмалью в цвет, выбранный хозяевами дома. Вновь подгонка элементов по размеру. И последние штрихи. Надеваем декоративный фланец, закрывающий щель между трубой и плиткой. И пока светло, переходим на улицу. Начинается самое сложное. Но часть работ можно сделать в тепле. Например, подготовить узел отвода центра оси дымохода для обхода свеса кровли. Также можно собрать стартовую монтажную площадку, которая впоследствии будет закреплена на стеновых опорах снаружи дома. Нижний край трубы закрывается заглушкой, которую можно при необходимости снять для прочистки дымохода. Через проходной узел проходит сэндвич, и защитный короб набивается базальтовой ватой. Снаружи короб закрывается декоративным элементом.
На выход сэндвича монтируется тройник с прикрепленной к нему монтажной площадкой. Далее под эту площадку заводятся стеновые опоры, они крепятся к стене, а к ним, в свою очередь, крепится монтажная площадка. Далее идет метр прямой трубы, а вот после устанавливается конструкция из двух отводов на 135 градусов и полуметрового сэндвича, которую собрали ранее. Все наружные элементы дымохода – производство УМК. О них мы уже неоднократно рассказывали на нашем канале. Утепленный дымоход как нельзя лучше подходит для уверенной работы печи камина. Тем более, что героиня нашего сегодняшнего выпуска также может работать в режиме экономичного сгорания топлива. Далее на нашу конструкцию надевается еще одна монтажная площадка для того, чтобы зафиксировать дымоход в верхней части внешней стены. В этом месте дымоход отошел довольно далеко от стены, но в ассортименте УМК есть стеновые опоры и для таких случаев. Трехметровая финальная часть дымохода собирается на земле. Ее венчает зонтик с дефлектором. Все места стыков элементов дымохода, естественно, дополнительно фиксируются хомутами. С особой осторожностью монтажники устанавливают собранную конструкцию. Осталось только зафиксировать ее к крыше с помощью двух направляющих, закрепленных к хомуту под растяжки. Тем временем в доме идет подготовка к первой протопке. На место возвращаются все ранее снятые с печи чугунные элементы, в том числе пламя-отбойник, под печи и дверца. Перед протопкой с дверцы нужно снять все информационные наклейки. Завершающие штрихи в отделке. Устанавливаем декоративные уголки на стену и на подиум для печи. Ну и проверим тягу. Идеально.
Монтаж в условиях жилого помещения всегда непрост. Но, как вы смогли убедиться, специалисты нашего партнера, монтажной организации, справились со своей задачей на ура. Напомню, что абсолютно всю продукцию компании «Кратки» вы можете заказать на сайте farnax.ru. А также познакомиться с наиболее яркими представителями их ассортимента вы можете в розничных магазинах сети «Фарнакс». Адреса там же на сайте farnax.ru. Заглядывайте к нам почаще, будем ждать вас с нетерпением в наших соцсетях и не забудьте подписаться на наш канал. Впереди много нового и интересного. До скорой встречи, друзья! Счастливо!